влог для недовольных мной. Не мычу. Не чмокаю. Не разговариваю, когда жую. Я сейчас на кухне. Не в гуленной одежде. Я в домашней одежде. На мне фартук. Под фартуком туника и бриджики. Не рассказываю дурацкие истории. Ничего не готовлю. Я совсем не наиграна. Я разговариваю с вами, как с умными людьми, а не как с умственно отсталыми. Теперь меня приятно слушать. Теперь никто не скажет, что я копирую Адамяна. В этом влоге я не облизываю пальцы. Ничьи. Ни пальцы зрителей, ни свои. В этом влоге я старая сука. Не пробую роллы. Роллы не для стариков. В этом влоге я не упаду в обморок от того, какой крем у меня получился из сметаны. В этом влоге мои руки в 58 лет стали деревянными. Моим зрителям виднее, кого я блокирую, хоть и не блокирую их, но им виднее. В этом влоге я удаляю сообщение. Какой ужас и какой позор! Саранча удаляет сообщение, да еще на своем собственном канале. Какой ужас! В этом влоге я остаюсь очень странной женщиной для многих. Не приходите, не смотрите мои влоги. Я не умею ничего готовить. Моя семья пухнет с голоду. Я даже пирожки научилась печь, только когда завела канал. Это ничего, что я целый год пекла пирожки и зарабатывала себе на жизнь в трудные времена. Это не важно. Важно то, что пишут недовольные на моем канале. В этом влоге я не крашу волосы. В этом влоге я не смеюсь. В этом влоге я не показываю свою жизнь.
В этом влоге я не показываю свою Женьку. В этом влоге я не показываю, как я иду в магазин, что я там выбираю и что покупаю. В этом влоге я ничего не примеряю. Я ничего не ем, не пью, не показываю, во что я одета, не показываю обстановку в квартире, не показываю, чем занималась целый день, потому что этот влог не для всех. В этом влоге не к чему будет прицепиться. Я не показываю погоду за окном. Я не поднимаю вам настроение. И у меня не портится настроение и не поднимается настроение. Я не показываю обзор нового товара. Я не показываю, какую красивую прическу я сделала. Я не показываю, какие симпатичные ботиночки у меня на ногах. Я не пью кофе в кадре. Я никуда не иду. Я не сижу. Я не стою. Я не подрисовываю брови. Я не крашу губы. Я не наношу косметику. Мне не 30 лет. И не 15. Даже не 20 и не 40. Мне 58. Но вы меня не видите, поэтому чувствуете себя хорошо. И ваша нервная система абсолютно спокойна. В этом влоге я никого не раздражаю. В этом влоге я не скалюсь в камеру. В этом влоге я не готовлю рецепты моих зрителей. В этом влоге меня просто нет. В этом влоге я ничего не рассказываю противным голосом. В этом влоге я рассказываю все очень интересно. В этом влоге нет моей индивидуальности.
В этом влоге есть все, что хотите видеть вы, недовольные мной зрители. Надеюсь, влог вам понравился. Приятного просмотра! Надеюсь, влог вам понравился, мои дорогие, недовольные зрители. Тем, кому не нравится смотреть мои влоги, но они их смотрят. Говорю я с вами медленно, проговаривая четко каждое слово. Надеюсь, до вас дойдет смысл этого влога. Всем недовольным зрителям всего самого-самого хорошего и доброго.